Привет! У нас в семье радость! Мы ждем пополнение! Да. У нас сегодня бэйби-шовер? Да, мы будем здесь угадывать, не знаю, догадываться, кто у нас будет, девочка или мальчик. Где мальчик спрятался? Вот он. А у кого пузо выросло? Girl или boy? Видите, какая груша? Какой пузо! Так там может быть и три мальчика, пузо, и три девочки. Так вот, для вас это всех пузо, задание. Пузо. Каждый должен придумать заранее, сколько будет мальчиков, сколько девочек у нашей Мурочки. И потом, когда родятся котята, посмотрим, кто выиграл. Да, кто угадал. И вам, зрители, тоже напишите, как вы думаете, сколько в этом животике котят может быть. И имена надо придумать, наверное, уже. Да, и клички, точно. Как минимум, одно для девочки и одно для мальчика. Если один рыжий мальчик, тогда я назову его Рыжик. Рыжик, ага. Так, в общем, мы уже все подготовили к рождению котят. Мы, правда, не знаем, когда они появятся. Мы приехали из отпуска и увидели Мурку, вышедшую с отеля с таким большим животиком. Да, пузатая. Мы все подготовили, ждем пополнения, когда не знаем. Вот место это для котят. Это колыбелька. Они это колыбелька для деток, да. Соски каждому. Да, сколько сосок уже... у нас есть? 5 штук, 6. Мурка полетела. Мамаша пошла. Смотри, уже выгуливать. Как торпеда полетела. Она пошла заниматься фитнесом для беременных. О, точно. Все, соски есть, молоко есть, еда где-то есть, я вот видела. Вот еда. Все для котят уже, китен. Короче, сейчас ставим ставки. Сколько, какое количество котят у нас появится? Как ты думаешь, сколько? 6. А ты? Ну, нам, я 10. Думаю, не больше 4. Нас же четверо, зачем нам 6? Нас четверо, от каждого по котенку. А я мечтаю о 2 котятах. Одному Максу, одну Кате. А мне, котенка тоже. Еще ладно, Мурка, троих, пожалуйста. Мне Мурку. Тебе Мурку? Все, Максу котенок не нужен. А какой папаша был? Темный, да? Не рыжий? Кстати, я вам сейчас покажу, какой папа может быть. Я заметила, как-то вот шла с прогулки и заметила, что Мурка играла с котом. С каким котом? Смотрите. Лежит наша мадам, а возле нее стоит кавалер. Заигрывает к ней. Давай, нападай уже. Нам нужны котята. На этом видео не закончилось. Мы ждем рождения котят. Колыбельная идет в спальню для котов. В спальню для котов? Да. А это что, у нас еще надо кухня для котов теперь получается? Все, у меня тут спальня для котов. Все, там есть даже туалет, царапалка. В общем, Макс свою комнату выделяет для котят. Да? Да. А представляешь, они будут мяу, мяу всю ночь. Дети, я только что придумал песенку. Какую? Тыц-тыц, наша Мурка, и 2 пусика внутри. Дети, у меня для вас есть сюрприз. Какой? У нашей Мурки... День рождения? Нет! У наших котенков? У нашей Мурки родились котята! Реакция где? Где радость? Где прыжки? Ну как? Смотри, у Макса какая реакция. А знаете, так, самый прикол какой? Вы помните, какой? Мы купили одно ложе мягкое, вторую коробку приготовили с подстилочкой. А знаете, где она родила? Где? Пойдем покажем. В сумке с конфетами. Да ладно, серьезно, с конфетами? Я, кстати, еще не видела, сейчас только иду смотреть. Наш папа только разузнал место секрета. Только она сейчас будет защищать, то есть трогать котят нельзя. Только посмотреть. Только аккуратно посмотреть. Макс идет туда. Там же у нас нет сумки с конфетами. Мурка большая, огромная конфета, а котята маленькие. А давайте мы покажем, какие вещи мы купили для родов Мурки. Смотрите. Вот. Вот это мы купили в магазине «Мягенькое». Думали, чтобы ей было комфортно, светло. Второе, мы придумали коробку, чтобы она могла закрыть. Новая подстилочка, такая вот удобная, комфортная. Еще остались вещи от «Baby Shower». Кстати, прошло ровно неделя, как мы снимали «Baby Shower», и Мурка только сегодня родила. А ну-ка, поднимаемся, где у нас? Давай, в секретной комнате? Давай, первая, в нас встретишь. Гостевой, ну давай, пойдем. Заходите. Заходите. Тихо. Смотрите, какой у нас тут бардак. Это наша кладовая. О, она уже в коробку переехала. Мурочка, привет. Они черные. Да.
Черные котята, с рыжими Мурка. Лапками. Так ты какого-то лорда чернокожего видел? Они с рыжими пятнышками, смотри. Класс. Она еще утром, это она переехала в коробку. Она была вот в этой сумке в клетчатой, еще и накрыта. Я ее и не нашел сразу. Слушайте, в коробке щупа-чупсов. Мурка, ты даешь. Молодец. А сколько их там? Не знаю. 1, 2, 3, 4. Я вижу 5. И все сиську сосут. Больше? Боже, Мурка, их зачем? Их много, смотри, как много. Наверное, 7 я угадал. Наверное, я угадал 107. Это какой-то ужас. Мурка, а что ж мы с ними будем делать? Катя, будем раздавать. Макс, Катя. Нет. Да, себя оставим. Они и будем питомец Мурок. Они когда вырастут где-то такие вот, как мы Мурку покупали. Помните, какого она была размера? Вот такой, да. Шаурмяу маленький был. Да. Вот мы их тогда и будем раздавать. А давайте мы сейчас врежем сейчас в этот момент, как мы Мурку покупали. Давай. Все. Все. Да. Все, да. Все, спасибо да. вам. Спасибо. Чтобы она вам радость приносила. Ой, а большая какая, смотри. Да. Да, где блин, как с ночи, она... Привет. Ах ты, ты чё тут шкодничаешь? Ты чё грызёшь котвилцы всякие? Смотри, грызёт, как видишь? Ты не порть Максу игрушки. Классный котенок, мне тоже нравится. Ну-ка, вспомнили? Вот такая вот она была малышка, а сейчас она уже мама, у нее уже свои дети. Мурочка, боже, я так рада, я тебя поздравляю. Ну все, вы знаете, что у меня есть? Что? Я подготовила красивые такие украшения для котят. Хотите, а для покажу? Котят у меня есть бутылочка. Синяя. Да, в общем, синяя когда кисточка. Котята немножечко очухаются и Мурка встанет, мы обязательно ей сделаем небольшой праздник. Вот все то, что мы говорили, купили для Мурочки, для ее родов. Мы прям готовились, как будто у нас братик в семье появится. Вот смотрите, вот такие вот украшения еще для малышей. Угу. Катя, смотри. А, это для декорации стены украшать, да? Да, да, да. Уже когда растяжечки. Будут бегать малыши угу. по дому, можно будет растянуть, чтобы им было весело, комфортно, радостно и приятно. Так, ну что? Так мы ответ на вопрос так и не знаем. Girl или boy? А вот когда они уже, мне кажется, немножко подрастут, тогда мы будем знать. Наверное, 3 герла и 3 боя. В общем, пишите свои какие-то догадки, сколько кого у нас будет. 3 девочки и 3 мальчика. А как же их называть? 4 девочки и 3 мальчика. А как же их называть? Ты говорила, если будет рыжий мальчик, то назовешь рыжик. Но там все какие-то темные с рыжими пятнышками. Рыжик, пятнышки. Джинджер. Там нет рыжиков. Там все какие-то черные с рыжими пятнами. То британцы. Британцы. То все британцы. А, значит, их будут звать Джон, Смит, Джексон. Нет. Джонни, Джонни. Yes, папа. Итак, Шугар. С пятнышками я назову Люк. Люк. О, видишь, английский лорд. Нет, нет, нет. А Люк, Люк. А как же Васька, Мурчик? Тузик. Тузик это собачка. Нет, нет, нет. Как будут называть малышей? С пятнышками будет унитаз. О, господи, Катя. Никаких унитазов. Итак, просим наших зрителей помочь назвать всех 6 котят. Пишите свои пожелания, мы выберем самое наилучшее. И потом услышите когда-то, когда вырастут котята. Макс, я ты куда? На потолок? Я уже придумала, какое имя. Выберу я. Хорошо, Макс будет выбирать, а вы пишите в комментариях, как я будем называть котят. Я знаю, какое имя. Как? Тузик. Но мы еще даже не знаем, 6 ли. Может 6, может 5, может 7. Ой, темных, темных. Может сотнера. Сотнера. Ну как, ты рад, что у Мурки родились котята? Наконец-то. Поставь 100 000 лайков, и мы будем 100 показывать наших котят. Мы еле дождались, когда они появятся на свет. Все, ждем от вас комментариев, лайков. И всем пока! Не кричите, у нас дети в доме маленькие. Наступил вечер,
И Мурка переселила своих котят в эту вот нашу кладовую под лестницу. Мы ей принесли сюда все-таки эту коробку и посчитали, что у нас таки четверо котяток. И все они темненькие. Нет, ну вот просто рыжего котенка. Ну и вот этот самый светлый. Они построились от светлого к темному. Норочка, ты уже мама. Катя говорит, что это они на зарядке, подключены к зарядке.